В феврале 2017 года нам нужно будет начинать подготовительную работу по проведению праймериз на предстоящих выборах в Государственный совет Удмуртской Республики. И роль первичных и местных отделений в этом мероприятии будет значительной, так как подбор кандидатов в депутаты предстоит провести в соответствии с новой нарезкой избирательных округов. С учетом сокращения депутатского корпуса Государственного совета до 60 человек, нам предстоит отобрать наиболее подготовленных, профессиональных и эффективно работающих депутатов. Эту задачу мы будем решать вместе с вами.